Братья и сестры, друзья, в завершении нашего собрания я хотел бы предложить вам тему. Не могу сказать, что она такая мотивационная, вдохновляющая, но она основана на текстах Священного Писания, на истории жизни одного человека, вернее, его потомков, Ефрема. И в помощь нам я хотел бы, чтобы была презентация выведена. Пытаясь как-то осмыслить, о ком я буду говорить, то, скорее всего, о том, кто был, кого не стало, но кто есть. И тема эта, она похожа на нашу с вами жизнь. Она связана с определенными радостями, с определенными ожиданиями, мечтами, действиями, разочарованиями, стыдом. Вообще слово «Ефрем» или имя «Ефрем» – это имя одного из потомков Авраама. А слово «синдром» – это медицинский термин, но в нашем случае давайте понимать под ним определенную совокупность явлений или характеристик, наличие которых указывает на определенные состояния или на определенное присутствие каких-либо элементов, моментов, совокупность особенностей или характеристик. Так вот, говоря о синдроме Ефрема, я хотел бы, чтобы мы сегодня на примере одного из колен израильского народа, а впоследствии этим именем Ефрема звали все 10 колен Израиля, отколовшихся когда-то от колена Иуды и Вениамина. Так вот, на примере этого народа увидели, что определенные явления, их совокупность, привели к тому, что сегодня нет этого колена, нет этого народа. Вернее, он есть, он рассеян где-то по этой земле, и люди, которые... в жилах которых течет кровь Ефрема, возможно, даже не знают об этом. Итак, родоначальником израильского народа принято считать Иакова. Его так и звали в свое время. Бог дал ему такое имя – Израиль, князь Божий. И от него, от его сыновей, которых называют патриархами, произошел весь израильский народ. И вот список перед вами – это 12 сыновей Иакова, среди которых есть Иосиф. Он на экране, вы видите, выделен немножко крупнее, шрифт крупнее. Так вот, среди этих самых патриархов или сыновей Иакова нет, как вы видите, ни Ефрема, ни его старшего брата Манасии. И так получилось, что в свое время эти два сына Иосифа, который был своими же братьями продан в рабство, Иосифа, который из сначала раба и заключенного смог достичь особых политических, общественных вершин, высот, став вторым человеком в могущественной империи в Египте. Так вот, у этого самого Иосифа родилось там, в Египте, два сына. Звали их Манасия старший и Ефрем, тот, о котором мы с вами и будем говорить. Но когда Иосиф смог соединиться со своей семьей, когда Иаков со своими сыновьями, со своей семьей перебрался в Египет, вы читаете это в книге «Бытие», Иаков на правах старшего сыновей своего сына Иосифа называет своими. И текст, который вы здесь видите, он записан в 48 главе книги «Бытие», в 5 стихе мы читаем следующее. «Ибо два сына твои, — это говорит Иаков своему сыну Иосифу, — два сына твои, родившиеся тебе в земле египетской до моего прибытия к тебе в Египет, мои они, Ефрем и Манасия, как Рувим и Симеон, будут мои». Включение в список сыновей всегда подразумевало определенную ответственность, но и в первую очередь благословение. И я думаю, каждый из вас знает, что когда в нашей семье кто-то рождается,
то у нас, как у родителей, есть определенные ожидания, определенные планы, надежды. И когда мы смотрим на начало жизни, в частности, самого Ефрема, мы видим, что у него были особые благословенные перспективы. Именно так я и назвал, может быть, следующую часть наших с вами рассуждений – благословенные перспективы Ефрема. И в чем они выражались? И в первую очередь они выражались в том, что его отец и его дед благословляют этого человека и его потомков уже. Отец называет его, то есть Иосиф называет Ефрема Ефремом, что значит плодовитым. Этот текст перед вами на экране. Иосиф называет своего второго сына Ефремом, потому что, говорил он, Бог сделал меня плодовитым в земле страдания моего. Именно так, плодовитый, переводится имя Ефрем. Я думаю, вы в курсе, что на Ближнем Востоке, и особенно в древние времена, имя имело, имя, даваемое человеку или данное человеку, имело особые смысл, значение. Помните, получается, что вообще родоначальник всего вот этого израильского народа, дед Иакова, Авраам, был когда-то до того, как Бог заключил с ним этот завет, Авраамом. И буквально Авраам означало «отец высокий». Но впоследствии Бог, вот, начиная с ним эти взаимоотношения, говорит, «тебя теперь будут звать Авраамом». Добавляется еще одна буква в его имя, которая буквально уже меняет значение его имени, и теперь он уже не просто отец высокий, а отец множества народа. Так же происходило с Сарою, и Иаков пережил это в своей жизни, будучи вот этим Иаковом, что означало хитрый, хитрец, он вдруг получает имя Израиль, что означает князь Божий. Так вот, когда Иосиф, пройдя вот этот непростой путь от преданного братьями, от проданного в рабство, от сидящего в тюрьме и поднявшийся на высоты общественной жизни, вдруг увидел, что вся эта мозаика его разрозненной, казалось бы, несчастной жизни вдруг приобретает очертания совершенно иного характера и свойства. Он называет своего сына плодовитым, ожидая, что вот теперь-то Бог, который был с ним, но при этом позволял ему проходить через определенные испытания, будет благословлять и его семью, и его потомков. И так в жизни бывает. Когда у нас меняется наш статус, то и меняется наша жизнь. Но семья есть семья. Я, по крайней мере, об отце говорю, об Иосифе. Потому что мы, глядя на своих детей, не замечаем их недостатков, мы их любим. А вот со стороны оно как-то виднее всегда. Но вот дед тоже в этом отношении называет его своим сыном. И текст, который вот здесь у вас, если вы обратите внимание, то ссылка, Бытие, 48 глава, стихи с 13 по 20. А слов там немного. То есть я взял как бы суть, но текст этот рассказывает чуть больше. Иаков позвал своего сына Иосифа и своих внуков Манасию и Ефрема для того, чтобы их благословить. И так было принято, что благословляя старшего, тот, кто это делал, совершал эту молитву, должен был положить правую руку на плечо старшего, первенца, а левую на младшего. А вот Иаков кладет руки наоборот. Он кладет правую на младшего Ефрема, а левую на Манасию. И начинает их благословлять, и говорит вот эти самые слова. «Благословение, и благословил их в тот день, говоря, тобою будет благословлять Израиль, говоря, да, сотворит тебе, как Ефрему и Манасе». Но до этого он еще несколько таких приятных, значимых, вдохновляющих слов произносит в молитве к Богу. А отец Иосиф, то есть, получается, Иосиф, отец Манаси и Ефрема, смотрит и расстраивается. Потому что видит, что отец как-то неправильно руки-то положил. А отец был не только старым, он еще и от старости был слеп. И, возможно, сын подумал, что отец ошибся. Он говорит, не так, отец мой, вот первенец. А ему Иаков отвечает, знаю, сын мой, знаю, и от него произойдет великий народ, но младший, меньший, будет первым. Первенство всегда подразумевало уже не просто благословение, а их большую часть.
если можно так выразиться, в процентном соотношении 70% всех благословений доставалось первенству. И вдруг вот этот маленький, еще, казалось бы, меньший по, и младший по своему возрасту и статусу, становится старше своего старшего брата и получает эти огромные не только материальные блага, но и перспективы. Но семья есть семья. Но когда мы читаем дальше, мы вдруг обнаруживаем, и в частности в книге Второзакония, из уст Моисея, религиозного вождя израильского народа, или духовного лидера израильского народа, мы слышим удивительные слова. Моисей произносит Второзаконие, 33 глава. Опять выборочно читаю. «Благословение явившегося в терновом кусте да придет на голову Иосифа, и на теме наилучшего из братьев своих. Крепость его, как первородного тельца, и роги его, как роги буйвола. Ими избодает он народы, все до пределов земли. Это тьмы Ефремовы, это тысячи Манасии». Пытаюсь иллюстрацию какую-то для себя представить. Ну, отец, христианин, смотрит на своего сына и говорит: «Сынок, будешь благословен от Господа. Бог будет действовать в твоей жизни могущественно. Тут пресвитер в твоей общине, ну, в общине этого отца и сына, проходит мимо, подходит к нему и говорит: «Мальчик, Бог да благословит тебя, и будет действовать в твоей жизни могущественно». А потом приезжает председатель совета нашего братства, проходит мимо, смотрит и говорит: «Бог будет через тебя, брат, действовать могущественно». Это особое положение. И я думаю, вы замечали в своей жизни, что вот дети тех, кого Бог особо благословляет, и от них всегда ожидается, что что-то будет в их жизни также происходить. Отец, дед, лидер духовный. Но не только, и мало этого, сам Бог определенные надежды, если можно так выразиться, возлагает на Ефрема. Псалом 107, 8-9 стихи. «Бог сказал во святилище своем: восторжествую, разделю Сихем и долину Сахов размерю. Мой Галаад, мой Манасия, Ефрем – крепость главы моей, Иуда – скипетр мой». Территория Сихем и Сахов – это территория, на которых располагался Галаад. Это территория, где жили как раз вот эти потомки уже Ефрема и Манасии, на территории Палестины. И обратите внимание, Бог называет здесь Ефрема крепостью главы моей. Ну, так говорят, и так всегда было в древние времена, что головной убор правителя всегда воспринимался как признак власти и могущества. И вот здесь Бог называет Ефремом крепостью его главы. Нет времени для того, чтобы, как бы, может, детализировать, но вот и среди даже вот когда-то славянских племен, еще будучи языческими племенами, завершая вот этого истукана Бога, которому они молились, он всегда, этот самый, это изображение или этот истукан, заканчивался определенным венцом, который указывал именно на могущество. И более того, он имел такой определенный сакральный смысл, вот этот самый головной убор. Но здесь Бог, живой Бог, Творец неба и земли, называет народ Ефрема, его потомков, называет крепостью его Божьей главы. И как следствие вот этих всех благословений, на территории, где живет Ефрем, размещается, ну, или это самое место становится центром поклонения Богу. То есть там располагается скиния завета в земле Ефремовой. Два текста из книги Иисуса Навина, 18 глава, 1 стих, и 19 глава, 51 стих. «Все общество сынов Израиля собралось в Силом, это тоже место, где жили ефремляне, и поставили там скинию собрания». Ну и второй текст говорит об этом, но там есть такая фраза. Значит, в Силом пришли пред лицом Господним у входа в скинию собрания. Давайте подведем итог. Отец, дед, духовный лидер всего народа, сам Бог и место. Все это, я бы сказал так, подразумевает, что Ефрем особо благословенный народ. Это то место, где Бог присутствует. Это те люди, среди которых Бог присутствует. Казалось бы, можно ожидать, что вся дальнейшая жизнь, ну, должна быть просто радостью.
песней. Но так получается, что мы читаем с вами, как этот самый народ живет, и приходим к определенным выводам. Я хотел бы, чтобы эти выводы и мы с вами сделали, потому что, обращая внимание на поведение Ефрема, мы видим, что это народ, который вел себя достаточно неправильно, печально. От того становится, когда читаешь, что делал непосредственно народ Ефрема. Он был очень конфликтным народом. И вот этот самый конфликт у него был то с одним, или человеком, или с народом, соседним, братским, то с другим. И вот на этих примерах я хотел бы, чтобы мы с вами увидели, что же вот этот благословенный народ в своей жизни демонстрировал. У него был конфликт во времена судей, так называемых. Это период где-то 15 век до Рождества Христова, и этот самый период судей длился лет 400. Так вот, вот где-то в этот самый промежуток был судья среди израильского народа, еще царей тогда не было, звали этого судью Гедеон. И Бог так сделал, что такого незначительного человека из незначительного племени и рода призвал вот на это судейское служение. То есть он судил народ и был как бы руководителем его, когда царей еще не существовало среди евреев. И вот этот самый Гедеон пошел биться. Биться с мадиамитянами, народом враждебным, агрессивным. И вот в этой самой битве он обращается к ефремлянам и говорит: помогите, вот там есть определенные переправы, вы их захватите, чтобы враг не смог от меня уйти. И они действительно, ефремляне, эти самые переправы захватывают, одерживают победу над мадиамитянами, захватывают пару князей, значит, в плен. Но когда эта битва закончилась, а Гедеон своей задачей решал, и он там своих врагов уничтожал. И вот после победы мы читаем, что и сказали ему ефремляне: зачем ты это сделал? Книга Судей, 7 глава, с 24 стиха. Что сделал, что не позвал нас, когда шел воевать с мадиамитянами, и сильно ссорились с ним. И в этом отношении можно было бы сказать, что действительно, дальше не читая, действительно, что такое произошло? Но Гедеон им отвечает. Отвечает, кстати, достаточно мудро и говорит: что я-то против вас? Вы, вот в отличие от меня, и двух князей-то взяли. Вы, я бы сказал так, не только победу одержали, но и каким-то образом там материально там обогатились. И написано, что гнев их стих. Но вот это какое-то внутреннее напряжение, оно сохранялось. Мы читаем уже в той же самой, только уже в 8 книге Судей, в той же самой книге, только в 8 главе, читаем, что приходит Гедеон к Иордану, пытается, значит, там догнать своих врагов, но он и его народ без пищи, без воды немножечко обессилел. И вот он обращается к жителям, где тех самых, значит, ефремлян, жителям Сакхофа, и говорит: дайте хлеба народу, который идет за мною, они утомились. Но говорит: а я преследую, и мне некогда сейчас вот решить этот вопрос с провизией. И что отвечают князья этих самых, этого самого Сахофа? Они говорят: разве рука Зевея и Салмана уже в твоей руке, чтобы нам, войску твоему, давать хлеб? Он огорчен, идет дальше, приходит еще на территории, где живут ефремляне, в другое место, в Пенуэл, и говорит то же самое. И жители Пенуэла отвечали ему так же: разве рука твоя уже на этих самых князьях? Конфликт этот не был разрешен. Он где-то так завис и остался. Если мы читаем с вами книгу Судей дальше, то мы обнаруживаем уже в 12 главе, что вот среди этих самых Манассии и Ефрема был небольшой участок земли, Галаад назывался. И вот из этого самого народа галатян, евреев также, был один судья, звали его Иефай. Так вот, Иефай столкнулся с тем же самым. Ефремляне собрались и перешли в Севиву и сказали Иефаю: для чего ты ходил воевать с аммонитянами, это уже другой народ враждебный, а нас не позвал с собою, мы сожжем дом твой огнем и с тобою вместе. Опять, можно было бы здесь, если остановиться, сказать: Иефай, что ж ты не позвал своих соседей? Но Иефай им отвечает:
«Я и народ мой имели с аммонитянами сильную ссору, я звал вас, но вы не спасли меня от руки их. Видя, что ты не спасешь меня, я подверг опасности жизнь мою и пошел на аммонитян и предал их Господь в руки мои. Зачем же вы пришли ныне воевать со мною?» По большому счету, это объяснение должно было бы и гнев успокоить, и мир сохранить, но не произошло этого. И мы читаем дальше, что собрал Иефай всех жителей Галаадских и сразился с ефремлянами. «И побили жители Галаадские и ефремлян, и пало в то время из ефремлян 42 тысячи человек». Я хочу, чтобы мы здесь как-то попытались эту самую историю к себе применить. Так в жизни бывает, что у нас с вами, ну, бывают какие-то слабые стороны, недостатки в характере и в поведении. Мы бываем раздражительны, ну, по разным причинам. Это может быть наш статус, это может быть наш возраст, это могут быть наши претензии на какую-то значимость, на уважение со стороны других, на изменение обстоятельств. Факторов может быть много, но вот эти самые недостатки нашего характера, они могут проявляться в агрессивном, в раздражительном поведении, в действиях, которые будут противоречить заповеди Божьей «возлюбить ближнего, как самого себя». И вот если эти самые недостатки я в своей жизни не обнаруживаю и не преодолеваю их, то вот это мое греховное поведение, оно имеет такой разрушительный, деструктивный характер. Это то, что не остановится, не ограничится, я не знаю, вот этим господством на небольшой территории моего естества. Оно будет проникать в различные сферы. Если мы видим, что в первом случае вот та самая ссора ни на чем, более того, даже, казалось бы, и неправильно они отреагировали, она не привела ни к какому кровопролитию, то во втором случае с Иефаем происходит битва. 42 тысячи человек – это огромное количество людей. Были уничтожены, но в чем как бы ужас, в чем печаль? В том, что не ограничились ефремляне, ни они не остановились, они не задумались над тем, что происходило что-то неправильное в их жизни. В Новом Завете мы читаем, что страдающий плотью перестает грешить. Так бывает, что когда какие-то беды в нашу жизнь приходят, мы начинаем анализировать, по каким-то особым образом оценивать, что же там в нашей жизни-то происходит, почему все вокруг сыпется и рушится. Почему я вот раздражен или каким-то образом не могу принимать и вмещать другого человека? Почему в моем сердце тесно? Если вот я нахожусь в этом процессе самоанализа, начинаю судить самого себя, то тогда о счастье, в моей жизни будет что-то меняться. Если же нет, Бог начинает меня судить. Тогда Бог каким-то образом начинает создавать условия, в которых я буду нести потери. 42 тысячи человек пострадала. Если бы этим все ограничилось. Прошли годы. Еще один конфликт описан, но только уже этот конфликт описан во второй книге Паралипоменон. Конфликт с царем из иудейским Амасией. Этот человек пытался угождать Богу. Он был иудеем, это соседнее государство. Так уже вышло, что потомок Давида, в данном случае Соломон, и его внук Равоам, так сказать, неверно достаточно повел себя с израильским народом, и 10 колен израильского народа, вы знаете, откололось, и ушли вслед за правителем, ну, так сказать, стал их правителем, и Равоам, ну, звали его так. Так вот, эти 10 колен откололись, и там, на этой территории, где и жили ефремляне, и колено Манасси, возник свой культ священнический. Были вместо вот этой скинии, а впоследствии храма, были созданы тельцы, и то есть место поклонения Богу. Но уже не Богу живому, а Богу, в данном случае, какому-то другому. Там возникло идолопоклонство, грех и разврат.
И вот в данном случае на этой самой территории происходило то, что не только сердце Бога ранило, но и тех и иудеев или евреев, которые жили по соседству. Так вот, Амасия, придя к власти, начал вот эту политику, что ли, преобразований. Не религиозных, в первую очередь, но политических. Так вот, он что сделал? Он посчитал всех своих иудеи, так сказать, из Иуды потомков и Вениамина. Насчитал их 300 тысяч человек. Решил армию создать и там вести определенную войну с соседями. Но ему показалось это недостаточно, и он берет и приглашает, в данном случае, помимо иудеев и мидиян, еще и израильтян. 100 тысяч храбрых воинов, мы читаем. И платит им за это 100 талантов серебра. 35 где-то, говорят, килограммов. Один талант, вот умножайте. 3,5 тонны серебра отдает вот этим воинам, 100 тысячам, в данном случае, храбрых воинов из колена или потомков Ефрема или израильтян. Но когда он собрался идти на войну, приходит пророк и говорит: не ходи, нет Бога Господа с израильтянами, со всеми сынами Ефрема. Амасия, царь, говорит: слушай, а что мне делать? Бог говорит: силен тебе дать победу. А деньги-то, которые я отдал, Бог силен тебе их вернуть. Ну и все, он действительно идет воевать, одерживает победу, а этих самых ефремлян отпускает. И мы тут с вами читаем: и возгорелся сильно гнев их на Иудею, и они пошли назад в свое место в пылу гнева. Я как-то не понимаю, братья и сестры. Вот мне сказали: сделай работу, вот тебе деньги. И когда я деньги взял, мне говорят: работу делать не надо. А если эта работа еще связана с угрозой для жизни, то есть, другими словами, мне не нужно воевать, все живы, ведь должны быть все довольны. Я должен сказать: слава Богу, аллилуйя, у меня тут 35 килограммов в мешке серебра, я обогатился и жив при этом. Но они пошли в пылу в сильного гнева в свое место, но прежде чем дойти туда, мы читаем, что они заходят и проходят по территории своего соседнего государства, иудеи, и грабят, и убивают людей. Убивают более 3000 человек и грабят эту территорию. И когда я на это смотрю, у меня вновь этот самый, конфликт сознания. Но я хочу сказать, прошли тысячелетия. Вот сегодня есть славяне. Мы славяне, потомки славян, и есть вот еще славяне, там живущие ближе в Европе, которые ненавидят нас, а мы, к сожалению, многие из нас, ненавидят их только потому, что они вот другой национальности. Мы даже с вами до конца не понимаем, что это, почему к нам ненависть, и почему мы иногда их не можем воспринимать. И я думаю, что вот это самое состояние сформировалось потому, что существовали какие-то факторы. Мы будем говорить о причинах, но всегда причиной любого греха является гордость человеческая. Это то, с чего все началось. Она может выражаться уже впоследствии в зависти, она может выражаться впоследствии в готовности убить, украсть, в нарушении всех 10 заповедей, которые Бог когда-то дал. Но сейчас и здесь, вот когда мы читаем эту историю, объяснений у меня нет. Но грех действует вот таким удивительным, печальным образом, ужасным образом в жизни людей, которые не хотят ему служить или за ним следовать. Почему я так говорю? Потому что следующий слайд или следующая история, когда еще один иудейский царь, звали его уже Иезекия, он задумался и искренне захотел следовать за Богом от чистого сердца, как его предок Давид. И он решил провести религиозную реформу. И что он делает? Он говорит: давайте Пасху проведем. Не было ее уже несколько столетий. Так ее никто не проводил уже со времен, в данном случае, еще самых первых, когда израильский народ вошел в землю обетованную. И он посылает послов, мы читаем: «И пошли гонцы с письмами от царя и говорили: дети Израиля, обратитесь к Господу». Это 2 Паралипоменон, 30 глава. «Ныне не будьте жестоковыны, как отцы ваши, покоритесь Господу и приходите во святилище Его, которое Он освятил навек, и служите Господу Богу вашему, и Он отвратит от вас пламень гнева Своего». Хочу сделать здесь оговорку.
Это время, когда уже часть израильского народа, часть ефремлян было уведено в ассирийский плен. Это уже время судов, и совсем немного осталось, ну, чисто по времени, где-то около 20-30 лет, даже меньше, может быть, как и вот эти ефремляне, остаток, 10 колен будут рассеяны, уведены в плен и никогда уже не вернутся. Так вот, гонцы от имени царя Иезекии говорят, и ходили гонцы из города в город по земле Ефремовой и Манасиной и до Завулоновой, но над ними смеялись и издевались. Иногда наши недостатки характера Бог как-то так компенсирует какими-то достоинствами. Иногда бывает человек вспыльчив, раздражителен, но там с ним тяжело общаться. Но вот действует как-то Бог через него. Вот все это понимают. И потихоньку-потихоньку характер меняется. А вот если человека не просто вот такая распущенность, вот это нежелание сдерживать свои эмоции, свой темперамент, если у него нет никакого желания меняться под действием Божьей благодати, то вот из этих вот внешних факторов это все, я бы сказал, недостатков, это все переходит уже во внутреннюю проблему. Это то, что разрушает уже духовную составляющую. Потому что эти люди были приглашены к Богу. Им было указано на то, что, посмотрите, вот ваше или поведение ваших отцов привело к тому, что многих увели уже в ассирийский плен. Вернитесь, и Бог вас благословит и сохранит. Там, я эти слов здесь нет, они там записаны в тексте. И более того, ваших пленников, возможно, вернет обратно. Но они над ними смеялись и издевались. Но текст вы видите, там некоторая часть, значит, пришла все-таки на эту самую Пасху. Многие из народа, большей частью из колена Ефремова и Манасина, и Сахарова, и Завулонова, не очистились. Однако же они ели Пасху, но написано там через запятую, не по уставу. Они пришли, некоторые пришли, но при этом не очистились. Хочу сделать тоже оговорочку. Чтобы провести Пасху, времени не хватало, вот по сроку, там, в то число, в которое всегда Пасха проводилась. И чтобы успели люди очиститься, Пасха была смещена на определенный период времени чуть дальше. То есть для каждого и священников, и народа, для каждого жителя этой самой земли было время для того, чтобы приготовиться. Но они этим пренебрегли. Еще одна проблема – вражда против Иудеи. Текст говорит, Сирия – это враждебное соседнее государство, Ефрем, имеется в виду Израиль, и сын Ремалиин, один из тех, кто в это время правил ими, умышляет против тебя зло, говоря, пойдем на Иудею и возмутим ее, и овладеем ею, и так далее. Братья, сестры, друзья, печальные события. Когда мы начинаем анализировать, почему это произошло, мы вдруг обнаруживаем, что еще во времена, когда только евреи заходили вот в эту землю обетованную, на территорию Палестины, когда они освобождали или завоевывали те территории, которые Бог им отдал, они не изгнали до конца тех, кого Бог повелел изгнать. Я прочитаю книгу Иисуса Навина, 17 глава. «Сыны Манасины не могли выгнать жителей городов сих, и Хананеи остались жить в земле сей. Когда же сыны Израилевы пришли в силу, то есть у них были силы для того, чтобы изгнать их, тогда Хананеев сделали они данниками, но изгнать не изгнали их». Еще один текст, книга Оси, 7 глава, 8 стих. «Ефрем смешался с народами». Я хочу, чтобы мы, вот этот, кстати, этот слайд, я хочу, чтобы мы несколько текстов прочитали. В своем поведении ефремляне полагались больше на людей, а не на Бога. «И стал Ефрем, как голубь глупый, без сердца. Зовут египтян, идут в Ассирию». Еще один текст. «Ефрем пасет ветер и гоняется за восточным ветром. Каждый день умножает ложь и разорение. Заключают они союз с Ассуром. В Египет отвозится елей». Некоторое время назад я с одним братом общался. Он такой был ревностный, он очень хотел, чтобы Слово Божие проповедовалось определенным образом. Все только из Слова Божьего. Он осуждал тех, кто учится в светских учебных заведениях, в частности, там что-то связанное с психологией.
И я его никак не мог переубедить. И, ну, как бы понимаю, искренне верит, пусть так живет. И вот это его стремление к такой святости, чистоте, как он считал, к защите от мира, ну, только похвалы бы достойно было. Но когда мы дальше с ними углубились в беседу, я вдруг выяснил, что у него был бизнес, и он на протяжении нескольких лет, зная, что нужно платить налоги, эти налоги не платил и скрывался от них. Для меня это был такой шок, знаете. Я просто прекратил с ним общаться. Почему? Потому что вот, ну, как это уживается в человеке, когда он требует от других соблюдения каких-то определенных действий, но при этом не только не избавился от того, что нужно было бы, так сказать, искоренить из своей жизни, но еще и при этом ценности этого мира принял настолько, что пользовался тем, что было запрещено или запрещено законом. Не осуждая его, просто хочу показать вот этот самый контраст, показать, в чем на самом деле тогда бывает проблема. Когда мы не отказываемся от методов решения наших проблем, когда вот прежних еще тех мирских, когда мы действуем по шаблонам того мира, разделяя ценности этого мира и тем самым не желая Богу угодить, а когда мы еще таким образом поступаем, у нас появляется оправдание. Какое было у тех же самых ефремлян? Они говорят, ну, в частности, мы читаем, и Ефрем говорит: «Однако я разбогател, накопил себе имущество, хотя во мне, во всех моих трудах не найдут ничего незаконного, чтобы было бы грехом». Как вот пересекается, перекликается этот текст с текстом из книги Откровения, где говорит: «Я богат, разбогател, ни в чем не имею нужды», а Бог ему, Иисус, говорит: «Ты слеп, глух и наг». В 721 году до Рождества Христова израильский народ, это те 10 колен, и ефремляне были уведены в плен. И как народ они исчезли, обратно не вернулись. Они утратили способность быть свидетелями Божьей славы. И сегодня их потомки где-то по земле рассеяны. И вот здесь мы, как бы заканчивая наше рассуждение, хочу обратить внимание на реакцию Бога, на то, что Бог делал или как Бог относился к тому, что делал Ефрем. А Бог любил Ефрема и любит его, и желал изменить его судьбу. «Недорогой ли у меня сын Ефрем?» Иеремия, 31 глава. «Нелюбимое ли дитя? И как только заговорю о нем, всегда с любовью вспоминаю о нем. Внутренность моя возмущается за него, умилосержусь над ним, говорит Господь». Захария, 10 глава. «И укреплю дом Иудин, и спасу дом Иосифов, и возвращу их, потому что я умилосердился над ними, и они будут, как бы я не оставлял их. Ибо я Господь, Бог их, и услышу их. Как герой будет Ефрем, возвеселится сердце их, как от вина, и увидят они, и это сыны их, и возрадуются, в восторге будет сердце их». О Господе. Я думаю, те, кто причинял боль своим родным, вот подобную или отголосок вот той Божьей любви в своей жизни испытывали. И когда вот это происходит, когда ты читаешь такие слова, ты понимаешь, что Бог-то, Он не хочет смерти беззаконника, но чтобы беззаконник обратился и был жив. Это касается нас с вами. Мы сегодня живем в другое время, в другую эпоху, но те же самые принципы действуют в нашей с вами жизни. И для того, чтобы каким-то образом исправить свою жизнь, нам нужен этот путь исцеления, нам нужно по нему пройти. И этот путь включает в себя, в первую очередь, покаяние. И здесь мы читаем у Иеремии, 31 глава: «Слышу Ефрема плачущего, ты наказал меня, и я наказан, как телец неукротимый. Обрати меня, и обращусь, ибо ты, Господь, Бог мой». Но покаяние, как изменение своего поведения, направление своего движения, как изменение жизни, поворот от греховной к Богу, вот от греховной жизни к Богу, этот путь не ограничивается просто признанием своей греховности и величия Божьего. Он должен еще сопровождаться изменением нашего поведения посредством или за счет признания власти Бога над нами. И вот этот текст меня очень вдохновляет. Захария, 9 глава, 10 стих. «Когда тогда истреблю колесницы у Ефрема и коней в Иерусалиме, и сокрушен будет бранный луг, и он возвестит мир народам». Здесь речь идет «он», это имеется в виду Мессия, Спаситель. «И владычество его будет от моря до моря, и от реки до реки, до концов земли». Братья и сестры, проблема наша в наших колесницах и в бранных луках. Проблема наша в том, что мы надеемся на себя, а не на Бога. Мы не готовы эту власть Божью над своей жизнью принять.
Мы пытаемся воевать, мы пытаемся договариваться и действовать в этой жизни так, как действовали бы мы, не зная Бога. А Бог говорит: покайся, подчинись. Фраза Христа на горе, вот той самой горе, которую мы называем вот тех самых заповедей блаженства. Он говорит: блаженны нищие духом. Те, кто в данном случае уповает и надеется на Бога. Я желаю вам и себе. Почему желаю себе и вам? Потому что это жизнь. Это то, чем мы можем уже быть захвачены. Это то, что может и обязательно постигнет нас, или, вернее, будет угрожать нам. Потому что мы так устроены. Бог смотрит на нас и видит вот в нас это особое благословение для других. Он видит в нас эти перспективы. И от моего и вашего поведения зависит, будем ли мы свидетелями Его Божьей славы. Потому что силу-то, которую вот мы сегодня стих с вами пытались, читали и будем его учить, эту силу Он нам в свое время дал. Но если у меня все-таки колесница припасена, если у меня бранный лук на плече, то я, конечно же, буду снова и снова в данном случае действовать в разрез воли Божьей и в ущерб самому себе. Бог пообещал собрать Ефремлян, и Он уже это делает. И когда это произойдет, Он придет. Пусть Господь благословит, чтобы мы, являясь последователями Иисуса Христа, в первую очередь, Его духовными детьми, чтобы мы избежали или преодолели этот синдром, чтобы не было той череды обстоятельств, которые привели бы нас к духовному поражению, а чтобы были те обстоятельства, которые способствовали бы нашему духовному преображению и нашему росту. Аминь. Давайте помолимся. Спасибо Тебе, Господи. Ты Бог наш, Ты Царь наш, Ты наш Владыка. И мы к Тебе сейчас с благодарным сердцем. Ты оставил, Господи, на страницах Священного Писания эти удивительные истории, такие правдивые, порою шокирующие, обезоруживающие, наполняющие сердце и печалью, и болью, и страхом. Но Ты их оставил, потому что это Слово Твое, это жизнь, Господи, это жизнь людей, наших предков, это жизнь наша, только когда-то пережитая другими. И сегодня мы, как те, кто проходит этими путями, Господи, нуждаемся в Твоем водительстве, нуждаемся в силе Твоей, в страхе, Господи, Твоем, чтобы нам не грешить пред Тобою, потому что Ты смотришь на нас, как на тех, кто уже сидит по правую сторону от Тебя, Отец, в Иисусе Христе и с Иисусом Христом. Господи, благослови, чтобы мы, совершая течение, сохраняя веру, могли, Господи, приумножать ее, могли распространять пределы Твоего Царства, могли уподобляться в образ Иисуса Христа, соблюдать эти две великих заповеди, любить Тебя и ближнего, как самого себя. Сохрани нас и защити нас, помоги нам избавиться от всего, что разрушает нас изнутри, что делает нас бесполезными, Господи, и что вредит нам.